Dá um medo de copo, põe, mina. Não. У них же, по-моему, карты нету, они сейчас теряются. Да это же Чернорусь. Так они не знают, кто их, скорее всего. Брок там аккуратнее на входе поставил мину. Да я вижу, он немецкий. Но на карте как? На карте немецкий вижу. Блин, даже спрятаться негде. А в триггере сколько людей осталось? Ну, я вижу. Включая себя, получается двое. Зелебовы. Бобы. Да, я... Там одна хоть стояла? Да. Две. Там больше нет. Чем там же переметку оттуда, где а, еще там за деревьями? Понятно. Поставь же там прям него в труп. Проход этот заткнуть. Заминируй труп. Да-да-да-да. О! Кто стреляет? Назад, живой? Пистолет такие. Вижу, 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 вижу. С вас. С запада, запада. По горизонту. Лесу. Или это Вулта? Не-не-не, враги. Так. Заминировали там помзы, банды? Поставил, поставил. Хорошо. Еще и свой даю. Да ты сдохнешь или нет? Все сдох. Какой живучий. Дым в коровнике вижу какой-то. Где я снайпер заводил? Брок, Вул. Вероятно, их уже нет с нами. А дым продолжает там на коровнике.
Мимо меня даже осколок пролетел. Я уже покажусь. А ты взорвался, нет? Не-не. Я сворачивался, где взрыв был. На 140, смотри. Понял. Метка мейна. Я как раз направление туда буду смотреть. Нам только ТУ с 70 некому смотрим. Ты бензе? Да, на 282 пробежали. По обоим, кажется, попал, но не убил. Ничего, вернулся. Ну-ка, короче, может, левее войду и всех. Под огнем, под огнем. Живой. Поворотом били. Понятно. Рядом где-то. Какой? Лечо граната. С 80-80 где-то рядом. Он живой. Умер уже. Это как так? Через стенку что? Там прошиваются. А, Паш, мини-воги не очень. Мне вообще патронов не дали глушенных под класс. А ты не услужил. В итоге еще кто-то на помощь подорвался.